Я вітаю усіх телеглядачів. Це проект «Пенсіонер. Поради для життя». У студії працює Наталя Болдинська. Вихід на пенсію – це непростий період у житті кожної людини. І сприймають його люди також по-різному. Як віднайти сенс життя у зрілому віці та чим займаються криворізькі пенсіонери, подивимося та поговоримо сьогодні у нашій програмі. Трішечки пізніше я представлю нашого гостя, а на початку подивимося сюжет. Дело в том, что каждый человек, по сути, рождается с определенным набором своих качеств, своих уникальностей. И если эту уникальность, то есть родители, да, допустим, школа, там, детские садики, да, школы потом, институты позволяют это раскрывать, то тогда действительно человеку хорошо реализовываться в этой жизни. Ігор Григорович проводить різноманітні психологічні тренінги та заняття ось вже багато років поспіль. Його слухачами охоче стають всі, хто відчуває, що його особистий потенціал до кінця не розкритий. Причому не залежно від віку, допомагає рухатися в правильному напрямку. Но внутри каждого человека заложена какая-то своя индивидуальная природа. Вот это раскрыть свою индивидуальность как таковую. Собственно говоря, это и есть задача данного курса. С разной аудиторией это были студенты нашего экономического института, это были просто люди, которые приходили, которые интересуются, это были преподаватели тоже, в общем-то, нашего экономического института. Это была работа с учасниками АТО тоже проводилось. То есть фактически это для всех слоев населения. Подібні заняття із різною періодичністю проводяться в Кривому Розі. Кількість їх слухачів повільно, але все ж таки постійно зростає. Люди відчувають непідробний інтерес до прихованих в собі талантів. Справедливо вважають, що після правильного розкриття їхнє життя, напевне, зміниться на краще. Тож про сенси життя у зрілому віці і не тільки поговоримо сьогодні. У нас у гостях психолог, а також майстер медитації Ігор Іващенко. Доброго вечора, пане Ігор. Добрий вечір, да. От розпочну з того, що побачили у сюжеті. Побачили ми, що на ваші лекції, майстер-класи приходять люди різного віку. Там були і люди пенсіонери у тому числі. Як вони сприймають ось таку інформацію? Люди уже пенсионного возраста относятся к данным занятиям довольно-таки осознанно. И в основном люди приходят уже сюда, они знают, что они хотят. То есть почему? Потому что никогда не поздно заняться собой. А тем более, когда человек находится на пенсии, у него есть много свободного времени, то есть они действительно уделяют тому, что когда-то они не смогли реализовать для самого себя. А багато приходить саме нереалізованих людей? Чи є це біда? В общем, ну, можливо... очень много нереализованных людей, и это действительно большая-большая проблема, особенно сейчас. Но у меня есть такая вот внутренний мой настрой, то есть я свои практики, занятия, тренинги, консультации провожу для заведомо внутри людей, которые знают, что они успешны, они счастливы, они благополучны. Ну что-то бывает даже у таких вот людей, что-то ну, срывается. Вот. Потому что люди, которые живут в больших проблемах, это очень сложно с ними работать. Поэтому тобто есть три категории людей. Вони мають вирішити свої якісь проблеми нагальні, а потім вже займатися, не знаю, творчістю і самореалізацією, чи тут є якийсь все ж таки зв'язок інший? Дело в том, что люди выйти на творчество и на самореализацию, которые погрязли в каких-то проблемах, бытовых проблемах, они в этом вообще не видят никакого смысла. Есть правило: не помогай, если тебе не просят. Но если люди приходят, обычно люди именно в возрасте, да, после 50, которые они приходят, они уже четко знают, чего они хотят. И мне легче... с каким запросом они приходят? С каким вот питанням внутрішнім здебільшого? Разные. Разные вопросы. Ну, наприклад... Вообще люди живут по трем основным целевым программам. Угу. Быть счастливым, быть здоровым и быть благополучным человеком. Все. То есть вот эти три программы, от них уже разворачивается более конкретно. Что такое счастье, да? Счастье – это набор каких-то вещей, таких маленьких, которые мне приносят удовольствие. Раз, да? Здоровье, если, допустим, я здоров, все нормально, то для меня здоровье, к примеру, да, в мои 55 лет, да, то есть это, скажем так, отжаться на 10 раз больше от пола, подтянуться больше раз на турнике. Я знаю, то с каждым роком все больше, не навпаки. Да, я стараюсь, да, эти вещи для себя как-то культивировать, заниматься вот это. Вот и люди приходят тоже, мужчины, женщины. Они приходят за мотивацией? Чи... Да, они приходят, почему? Потому что собираются люди,
люди, которые они мотивированы, люди, которые живчики, люди, которые живут вот в этом формате здорового образа жизни. А если еще перевести на новый формат, счастливый образ жизни. Я вот сейчас начал исследовать вот этот формат. То есть я ушел от здорового образа жизни и сказал: ребята, я живу в счастливом образе жизни. Они мне спрашивают: а как это? А я вот спрашиваю у себя, что мне для счастья сейчас не хватает? Вот мне не хватает, мне хочется пробежаться. Я встал и вот пошел пробежался днем, в любое время почувствовал. А якщо людину тягне, от, добре, коли хочеться піти на пробіжку чи щось зробити корисне для здоров'я, якщо хочеться зробити щось некорисне, ну, наприклад, там, випити чи заняти чимось таким, що не буде. Це вже людина також може сказати, що мені хочеться. Де тут ось ця різниця? Здравий смисл важен. Тобто, от, дійсно, здесь все має місце, коли має здравий смисл. Потому что все, что касается выпить, это убежать от себя, это убежать от проблемы. А все, что касается того, что пробуждает какой-то активный формат жизни, что пробуждает внутри желание вот, жить в радости и дарить людям радость, это супер. Угу. Вот, потому что вот есть такой закон. Человек есть нечто среднее от его окружения. Мы настолько счастливы, настолько здоровы, настолько благополучны, богаты, настолько счастливы, здоровы, благополучны, богаты мое окружение. Вы зададите вопрос, а что делать, если нас часто окружают люди не очень реализованы в этом? Успешны, для этого существуют вот именно вот такие люди, вот как я, да, психологи, там, мастера медитации, там, тренера, инструктора по системам активной саморегуляции. И вот самое то, что радует, что люди, уже будучи на пенсии, они обращаются и приходят к нам для того, чтобы заниматься собою. Мы же не можем заниматься постоянно быть, это, ну, скажем так, личным тренером и каждый день ездить кому-то проводить эти занятия. Люди обучаются, как это можно делать, и они это делают. И в результате это получают хорошие результаты. Які серед нещодавніх питань, з якими до вас зверталися люди старшого віку, з якими от проблемами? Ви знаєте, останні от такі от наблюдення мої говорять о том, що не вистачає круга общения з позитивними людьми. Тобто вот то, о чому серед я пенсіонерів говорю. Більшість людей все ж таки да, мислять негативно. Вони бачать, що от пенсіонери збираються, а о чому вони говорять? Вони говорять о тих насущних вещах, в яких ми зараз живемо. Ну, сложне время, согласна, угу. Да? А чи можна у таких реаліях говорити і думати про позитивне, коли там не вистачає банально грошей? Можна, это можна, это нужно, это необходимо. Вот, наступают летние периоды, мы выходим на природу, мы ходим по углям, мы прыгаем через костер. И вот приходят люди пенсионного возраста, 78 лет, это мужчина, который прошелся по углям. 78 лет. Самые младшие, это 4-5 лет, это детки ходили по углям. То есть они что-то делают нестандартное, они так вдохновляются, так, в общем-то, заряжаются, что они потом приводят своих детей. Там, ребят, там, это 30, это 40 лет вот дети приходят. То есть они вдохновляют это все. Одна з проблем – це нестача такого кола спілкування з позитивно настроєними да, людьми. Именно так? Позитивного общения ще не які з чим ще приходять до ну, вас? Ну, естественно, на здоровье. Угу. Естественно, здоровье, потому что сейчас мы знаем, что болеть очень дорого. Вот, и люди стараются выйти на определенно здоровый образ жизни. То есть они приходят к тому, за теми советами, как можно действительно организовать себя. Но уже ж много пишется везде. То есть говорят, что вот все наши неудачи, все наши болезни – это наше сознание. Вот, есть такое выражение – где внимание, там и энергия. Где энергия, там есть действие, там есть движение. А если я могу этой энергией управлять, то есть и создавать правильные мыслеобразы, формировать правильное направление действия. Вот почему вот здесь мы когда смотрели на эту передачу, да, то есть я говорил, это была вторая часть именно практики, жизнь как творческий процесс, психология уникальности. То есть каждый человек уникален. Открывая свою уникальность, мы способны реализовывать даже те немыслимые свои цели, которые, в принципе, ставили раньше. И действительно это получается. Чи реально це для людей, які вже пенсійного віку, який у нас прийнято вважати ну, таким, коли людина ну, мало на що здатна і, в принципі, це вже… Да. Я когда-то, это в начале 2000-х годов, познакомился с одним человеком. Йому вже було около 50, а мені тоді було, сколько, 18 років назад, там где-то около 40 було. А вот.
Так он, поверив в ту формулу, что сознание способно создать все необходимые достаточные условия быть здоровым человеком, он на самом деле здоровый был. Он искал, а что же можно сделать? Он вырастил себе удаленный зуб за 3 года. Вот. То есть, в принципе, это уже не секрет, это уже об этом пишут, это реально пишут реально статьи, в принципе, медики, профессора, то есть это занимаются этим институтом, а это все здесь. Это все здесь. Какие сенсы життя могут найти для себя люди пенсионного віку, коли от в реаліях українського життя, я маю на увазі, коли все досить складно, коли пенсії невеликі, коли люди обтяжені великою кількістю проблем, що ви як психолог, ну, у першу чергу радили б зробити, можливо, будь-якому пенсіонеру, який нас слухає, такому середньостатистичному, так, який не має якихось особливих фінансових коштів, з чого можна почати? Все дуже просто. Мы живем в жизни, имеем то, что имели вчера, позавчера и так далее. А это мы имеем почему? Потому что мы делаем одни и те же шаги. Значит, первое, что нужно просто просмотреть и просто изменить расписание дня, недели, месяца. Ну, в соответствии с теми желаниями, чтобы быть более здоровым. Вот для этого есть специалисты. Можно посоветоваться у своих врачей, у своих психологов, у людей, которые что-то уже знают. Ну, ко мне можно обратиться, пожалуйста. А расклад дня, если конкретнее, у чому это полягает? Это рано вставать и рано лягать? Чи знаете, вот буквально нюансы? Недавно был такой разговор с моей очень хорошей знакомой, вот, о том, что вот я привыкла работать ночью. Как я могу рано встать? А я всегда говорю, я ложусь, я тоже иногда поздно ложусь, но в 6 часов я уже просыпаюсь. У меня пробежки, у меня там определенные свои медитации, у меня фактически что-то есть. Я даже занимаюсь этим для себя. Вот у меня сегодня 199-й день непрерывных практик и медитаций для себя. Это ваш особистый такой челлендж? Это мой челлендж. Особый, я для себя это взял. И я знаю, что я уже получил массу результатов и по счастью, и по благополучию, и по этому. Но я изменил тем самым распорядок своей жизни. Что самое? И еще, смотрите, вот тут важно еще определить, это совет моего учителя. Еще 25 лет назад, когда вот я начал профессионально заниматься психологией, медитацией, преподавать, вести группы, он сказал, Игорь, говорит, самое важное, чтобы у тебя была внутренняя молитва. Вот, внутренняя молитва, которая соответствует твоим делам, то, что ты делаешь. И девиз. Это как две педали того огромного велосипеда под названием «Твоя жизнь». Да, я могу сказать девиз. Если интересно, какой был мне девиз? Ну, звичайно, я думаю... Тогда были сложные периоды, 25 лет назад, мы помним, это все менялось, сломалось. Неудача не собьет меня с пути, ибо сильна моя решимость. Это мой девиз был. Пришлось пережить очень много. Но в мое 55-летие, в прошлом году, в 18-м, я подумал, задумался, уж слишком много я уже пережил такого, что просто ну, надо с этим заканчивать. Час изменить этот девиз. И я изменил девиз. Живу в потоке реки своей жизни, ведомый Творцом всего сущего. Відчуваєте вже зміни зі зміною девізу? Это просто очень сильно это слышно. То я изменил эти все вещи, а это все изменилось. Внутренняя молитва, это, ну, я оставлю, ну, не буду говорить, это мое, это розмови, сакральное моё. Добре, давайте, у нас просто небагато часу залишається. Розпорядок дня, тобто це ранній підйом, я так розумію, так ви б рекомендували? Это все можливо? Очень индивидуально. Если человек привык, тем более человек живет на пенсии, если... Так, ему удобно просыпаться в 9. Вот для меня 9 это уже поздно. Вот. Если ему удобно просыпаться в 9, пускай в 9. Если удобно просыпаться в 6, пускай в 6. Но я придерживаюсь вот тех ритмов жизни, которые, в принципе, сама Вселенная она отдает. Солнышко поднялось, все, поднимайся. Ну, в принципе, пенсионеры здебільшого встают вот, действительно так да, с солнцем. Это тут проблем немає. Зависит с нашими внутренними каналами. Mm-hmm. То есть энергетическими каналами, которые позволяют эту энергию быть в резонансе с вселенской энергией. Mm-hmm. Тогда все становится на свої місця. Розклад дня, які ще моменти, що можна порадити ось будь-якій людині, пенсіонеру в тому числі, ну, вот для сказав, зміни да, свого розпорядок життя. Дня, неділі, місяця. Угу. Місяць видержить, все буде прекрасно. Місяць, 30 днів, міняється привичка. Угу. Зразу говорю, нужно просто видержать. Самому написати для себе вот это, вот это. Ну, в соответствии с тем, определиться обязательно со своим хочу. Потому что все, что со мной происходит, это закон. Причина лежит в будущем. В прошлом это всего 20%. Это мои знания, это мой опыт, это мой опыт моих переживаний. Угу.
А 80% – это мое потребное будущее. Тобто те, чого людина бажає, про що мріє. Тобто я должен видеть то, чего я хочу. Я должен видеть себя. У меня есть практика такая, вот как раз на заставке там она была, когда показывали. Практика, которая говорит, мое заветное желание, или как я вижу свою жизнь через 3 года. За 3 года мы можем изменить свою жизнь в лучшую сторону. Мне пришла женщина в возрасте 65 лет. На пенсии, это было лет 5 назад. Нет, даже раньше, лет 7 назад. Она не знала, чем заняться. Мы начали заниматься с ней индивидуально. Мы нашли ее сильные стороны. Маленький такой секрет. Вот Боженька спустился с ангелочками. Сейчас же праздники, сейчас все возможно, время чудес. И говорит, могу исполнить одно желание из 2. Подтянуть слабые стороны или развить сильные? Вот подсказка моя, не будем гадать. Сильные. Потому что слабые за ненадобности отпадут. Вот, или подтянутся, а сильные дадут возможность развиваться. И вот эта женщина, она по существу, она сделала уникальнейший рывок. Она пошла на курсы, она сама бухгалтер в прошлом, но 10 лет уже не занималась бухгалтерией. Она пошла, заплатила за курсы бухгалтерские, она взяла потом несколько предприятий, она стала супербухгалтером, и ей услугами до сих пор пользуются. То есть смогла реализоваться еще и на пенсии? Да, могла реализоваться в том, чем... Чим вона сильная. І займалась. Не треба щось придумувати. Чи може людина розкрити якийсь талант, якого не було, ну, яким не займалася раніше, якусь свою сильну сторону, яка, можливо, вона навіть і не підозрювала, що вона в неї є? Таке буває? І таке є. І таке є. Я тільки ж хотів об этом сказати. Тобто люди почали, вони не підозрювали, але на пенсії почала жінка просто в'язати, шити. Вона відкрила своє маленьке ательє. И она потихонечку зарабатывает себе деньги. А самое главное, она зарабатывает и получает от этого массу удовольствия. К ней приходят ее же там это возраст, ну, близкие, там, знаемые, друзья, там, они приводят друзей, и она себе работает. Ей уже сейчас 75 или 76 лет. Так она выглядит как на 60. Потому что она в работе, она движется. Это счастливые люди, вот, дивлячись на них, вы можете сказать, что это счастливые, да, реализованные? Да, я хочу сказать, это да, это дает счастье. То есть заниматься любимым делом, делом, которое приносит тебе радость и удовольствие, это и есть уже счастье. И, в принципе, для каждой людини, у том числе и уже похилого віку, это реально віднайти таку справу и займатися нею, да, у свій вільний час. Мои друзья, они вообще оставили весь бизнес, всю работу, им нравится ухаживать за внуками. И они сейчас разгрузили своих детей, ухаживают за внуками. И у тему, знаешь, сенс. И в этом нашли. То есть здесь без фанатизма. Не надо куда-то что-то заходить, в какие-то там медитации, в какие-то погружения или еще что-то. Тут можно мозги сломать. Просто делайте то, что вам нравится. І щастя вам буде. Дякую за цікаві та гарні поради. Друзі, це був проєкт «Пенсіонер. Поради для життя». Наприкінці ми ще подивимося сюжет. Сьогодні в нас у гостях був психолог та майстер медитації Ігор Іващенко. У студії працювала Наталя Болдинська. Я бажаю кожному з вас мати сенс свого життя у будь-якому віці. І до зустрічі на Першому міському. Народні колядки та різдвяні співи. В гості до мешканців будинку Милосердя в Тернівському районі завітали вихованці 10-ї музичної школи, волонтери та колишні учасники АТО. Привітали стареньких із Різдвом та порадували їх українськими піснями. Вдячні слухачі були розчулені. Ви дуже велику добру роботу робите. Культура є ведуча отрасль у житті людини кожної, зокрема. Без культури не може бути нічого. Культура є основа основ людського буття, людського життя. І якщо ми будемо безкультурно жити, то ми дорівнюємо тваринам, а то й гірше. Наприкінці театралізованої вистави всім без виключення мешканцям будинку Милосердя вручили солодкі подарунки та побажали міцного здоров'я та щастя. За словами керівника закладу, подібні культурні заходи вкрай важливі для дідусів та бабусь, які із вдячністю зустрічають кожен виступ артистів.
Такі заходи, вони емоційно впливають на наших підопічних, адже постійно знаходитися в одній будівлі, спілкуватися постійно з одними і тими ж людьми, це для них уже складно в такому віці. Коли приходять дітки, вони радіють, вони згадують своє минуле. Тобто для них це надзвичайне свято. Ми українці, ми повинні чтити свої традиції українські і, звичайно, що їх підтримувати і розповідати. Це дуже добре, що діти це підтримують. Привітали з Різдвом вихованців ще одного будинку милосердя, розташованого в Тернівському районі. Від почутих пісень та колядок в деяких стареньких на очі навіть навернулись сльози. Сльози радості та щастя. Наші жителі повністю обезпечені питанням, проживанням, комунальними услугами. Ну, в такому возрасті, що людям не вистачає внимания. И поэтому мы всегда благодарны, когда к нам приходят общественные организации и приносят вот такую вот как бы радость. Пусть она не материальная, она больше может быть духовная, но она их вдохновляет, она дает им какой-то, знаете, как толчок в дальнейшую жизнь. Радість від живого спілкування – це головна мета різдвяних заходів, які провели криворізькі волонтери. Мешканці будинків милосердя часто не мають дітей та рідних, тож будь-які спілкування із підростаючим поколінням для них в радість. Я надіюсь і я рада, і щаслива від того, що ми подарували щастя цим людям пенсійного віку, людям-інвалідам, людям, які з обмеженими можливостями. Ми бачили сьогодні в їхніх очах сльози щастя, сльози радості, ті спогади, можливо, які до людей прийшли, можливо, це з дитинства, можливо, взагалі з життя, оте тепло. Це і є результат тієї роботи, тієї праці, яку ми робимо. За словами благодійників, подібні заходи проводитимуть і надалі. Отримані результати та відгуки перевершили всі сподівання. Тож такі різдвяні зустрічі стануть традиційними. Ваші серця.